Шикарный парк, парк борется Бейкера, поняли, вы запомнили. Именно он со своими сыновьями садил здесь деревья, высаживал. В те 90-е годы, конечно, было страшно, все заброшено, и он боялся зайти в этот парк. Ну, вы посмотрите, да, благодаря там Андрею Блинову все было расчищено, прибрано, вот опять преобразился, и вот теперь встречают гостей. Еще улица так продолжается в длину вперед. И эти домики, которые мы с вами видели, черепичные, вот так вот они по этой улице стоят.
сделали цену чуть подешевле, а наверх подороже в два раза. Вот такой. Практичные, да, все посчитали. И поехали отдыхающие из Кенигсберга. Долго нужно было ехать из Кенигсберга. Это мы сегодня час на электричке, на автобусе, дорога новая. А раньше ехали по 8 часов по брусчатке, по этой мощной. Крупные куски. Крупные куски. Не как у вас в Раушине. Дерево или саженец из того места, откуда вы приехали. Представьте себе. А потом, как курорт был мирового значения, ехали отовсюду. Из теплых стран, из холодных, отовсюду ехали. И везли с собой деревья. Поэтому Светлогорск вас сегодня. Наверное, вы приехали и подумали, ой, то ли город в лесу, то ли лес в городе. Было такое чувство. Вот такие зеленые улицы. Одних только сосен. 8 видов здесь растет. Знаете, виды сосен? Сосна горная, сосна черная, сосна канадская. Это низкие сосны, те скандинавские. Сосна обыкновенная, понятно, есть балтийская. Сосна вейбутова длиннохвойная, 15 сантиметров моя. Сосна мурея со дня, сосна банкса. Вот сколько я вам наперечислила. 8 видов сосен растет. 6 видов акаций. Вот эти дроны, вы видите, самшит. Видите или не видите? Да, видите. Видите. Сегодня мы называем Светлогорск ботанический сад под открытым небом. 1200 видов растений здесь растет. Его Зеленоградск, была небольшая путаница в названии.
годы социалистические немножко поскромнее, потише, и даже что там Зеленоградск, для пенсионеров, да, для малых с детьми. Тоже понятно, от чего там говорят, потому что там ложат ровно, и выйти из автобуса с электрички сразу и по прямой в море. Сегодня наша приморская кольцо приблизила Зеленоградск.
недолго здесь с вами. Я знаю, что у вас ужины заказаны. Мы здесь вообще сейчас будем одни, наверное, вечером. Кирха с правой стороны. В Кирхе сегодня клуб. Владимир Ильич Ленин перед ним. Обязанность есть разлить вам по капельке разлить, да, и бутерброды там где-то там приготовлены. Я не знаю, где мы стол там, почему не может есть, это устраивает в такой ситуации. Сегодня я помещаю, поэтому лучше разберемся. Там нет ни стола, там нет ни Нет.